Закрытый аэропорт Быково зрителям телеканала «Автоплюс» хорошо известен. Здесь проходят подмосковные этапы чемпионата России по дрэг-рейсингу. А еще мы частенько снимаем здесь программу «Выбор есть». Но гонки грузовиков в Быкове проходят, пожалуй, впервые. Но именно они оказались самой зрелищной частью в программе 4-го грузового фестиваля «Тракфест». Но расскажем обо всем по порядку. Для водителя грузовика машина – это его дом, поэтому в нее они готовы вкладывать деньги и душу. Самые интересные прокачанные автомобили со всей России здесь, на фестивале «Тракфест». Сотня грузовиков прибыла сюда со всей страны. И кое-кто прорвался даже из-за границы. Организаторы говорят, что именно в этом году «Тракфест» достиг максимального за 4 года размаха и душевности. Бомбическая атмосфера, потому что в этом году у нас фестиваль в самом настоящем фестивальном формате. Компании, участники, транспортные компании приезжают со своими шатрами, со своими мангалами, со своими зонами барбекю, готовят плов. В общем, фестивальный формат. Круто, бомбически, ярко, мощно. Чем здесь заняться? Посмотреть на силовое шоу, порыбачить на карасей в кузове грузовика, увидеть ретро-автомобили и достижения автозвука. Но самым зрелищным моментом фестиваля стали гонки грузовиков. Фестиваль вышел на определенно новый уровень. Впервые в этом году проходит драг-рейсинг на настоящей профессиональной трассе. Попытки организовать дрэг на грузовиках уже были. На первом фестивале в 2018 году. Однако тогда все происходило на обычной площадке в порядке эксперимента. А сейчас все подготовлено. Многотонные грузовики срываются с места, не жалея резину. Трибуны ликуют. Пока все вместе, критериев нет, это общие заезды. Но этот год покажет, какие мы должны выставить критерии и как сделать номинации на следующий год. Чем привлекают участников грузовые фестивали? Здесь есть душа, признается дальнобойщик из Волгограда. На самом деле, в любом случае, это дело не в деньгах, да, денег можно вкладывать в любой тюнинг бесконечно. Чем эти автомобили все хороши, да, и здесь очень много ребят, таких же, как я, да, которые вкладывают в них душу. Вот, которые любят эти автомобили, да, наряжают, у кого-то там 100 рублей, условно говоря, у кого-то 1 000 000 рублей, да, и это можно делать бесконечно, но самое главное, чего здесь не отнять, это именно вложенные душа, эмоции. План «Тракфеста» на следующий год – привлечь не только российских, но и зарубежных участников. Ведь грузовики – это дело международное.